Перший гість, відповідно, це Михайло Шейтельман, політтехнолог, публіцист та письменник. Керував телеканалами, інтернет-ресурсами та медіапроектами. Зараз блогер, автор власного каналу Шейтельман. Закликаємо підписуватись на нього, він є в описі нашого відео і нашій трансляції. Вітаємо вас, пане Михайло. Вітаємо вас весною, раді вас бачити. Да, спасибо, всім теж вас, рад вас бачити, зрителям всім привіт. Давайте почнемо не з війни. Цього тижня більшість з нас вперше почула про ПВК Рьоден чи Рідан, його по-різному називають. Виявилося, що це молодіжна субкультура, не має жодного стосунку до приватних військових компаній, але шокувало те, що послідовники Рьодена виявилися в 60 містах України, і це при цьому, що ця культура прийшла до нас саме з Росії. І це під час війни. Виходить, що українські батьки якось не догляділи за українськими дітьми? Эта культура пришла к нам из Японии, а не из России. Давайте начнем с базового, да, понимания. Это дело в том, что люди, которые вступили в этот ЧВК Рюдан, им всем 12, 13, 14 лет. Это поколение зумеров, которые сильно молодые, совсем, в общем-то, дети. И вы знаете, чем они отличаются от нас? Вот от вас, от меня, хоть мы с вами тоже там немножко из разных поколений, но тем не менее. Дело в том, что для них границ не существует. Я сам примерно все это хорошо наблюдаю изблизи, в силу своих родственников разных, что вот люди этого возраста, они вообще не знают границ. Когда я у своих родных, которым там 13-14 лет, спрашиваю, а вот этот друг у тебя, он откуда? Они не знают, из какой он страны. Они говорят по-английски, встречаются вот в таких играх там, или вокруг неких субкультур, вот манго и так далее. Они даже не знают, откуда человек. Поэтому для них нет границ, в отличие от нас. Это те люди, которые принесут мир, пацифизм на всю планету, и я абсолютно в них уверен. Поэтому ничего подобного, это не из России. Значит, вот все это общение Рюдан, для них люди, которые вне границ, стали общаться и стали подражать этой банде, которая есть в этом Рюдане. Есть такая там банда определенная. И придумали у себя вот внутри чатов такую шутку, что это ЧВК. Потому что для них все наши взрослые вся возня с войной, для них это какая-то чуждая им возня. Они этого не хотят. Мы тоже этого в Украине не хотим. Этого хотят только мерзкие россияне, да, вот настоящую войну устраивать. Мы тоже лучше в танчики играли и в мангу, понимаете? Но пока в России этого не поняли. В России там, вот, к сожалению, такие ненормальные группы стариканов на нас напали. Я думаю, что наше руководство тоже больше предпочитает играть в компьютерные игры, чем воевать по-настоящему. Но сейчас пришлось воевать по-настоящему. Кстати, что касается этой банды Рюдан, там тоже, я вот изучил ее подробно достаточно, я имею в виду ту мультипликационную банду. Там у каждого из членов банды свои способности. И в принципе они повторяют, ну вот эта банда, банду Путина, если присмотреться. Ну, например, один из персонажей, он способен создавать клонов своих и ими управлять. Мне это напоминает Путина, который создает двойников и ими управляет. Вот. Один способен усыплять людей. Ну, по-моему, все засыпают, когда выступает Лавров или Медведев. Вот. Другая там есть девушка, которая манипулирует людьми. Но это, понятно, там аналог Пескова, да, и так далее. То есть все-таки все повторяется в этом. От якась дивина відбувалася в Брянську, і, звичайно, хочеться про неї поговорити. Чи то українське ДРГ зайшло, чи то російський добровольний корпус, наче захопили заручників, але начебто і не захопили. ФСБ повідомило, що цю озброєну групу вони видавили з території Росії, а потім накрили артилерію. Путін настільки збудився, що навіть Совбез зібрав. От як на вашу думку, що ж це було? Ну, во-первых, там более-менее уже известно все, более-менее, потому что это точно российская группа, поскольку есть фотографии, и есть люди живые, и есть известно, кто за ними стоит, то есть это никто не скрывает. И этот человек, я не помню его фамилию, он известный в среде российской, ну, оппозиции, назовем так, разной оппозиции, не либеральной, а просто оппозиции. Он известное лицо, какой-то бывший известный достаточно предприниматель российский, который уехал за границу, вот возглавляет это движение, там, русский добровольческий корпус. Поэтому сомнений в том, что это российские оппозиционные войска, у меня нет. Естественно, что я точно не знаю, зачем они это делали, но попытка начать гражданскую войну, попытка начать военным путем свергать Путина, ну, когда-нибудь они, видимо, сделают что-то большее, чем то, что они смогли. Ну, как говорится, лиха беда начала, начали уже хорошо. А вот ответная реакция, реакция со стороны Кремля, реакция со стороны вообще Российской Федерации вызывает, конечно, много
достаточно смеха. Нет, ну, во-первых, кстати, эти ребята российские, которые вот это все сделали, мы должны быть им благодарны. Они, в частности, смогли на мине подорвать машину с Росгвардией. И там как минимум трое раненых россиян, а это наши враги. То есть они уничтожили, вывели из строя трех наших врагов. Уже нашим не придется с ними воевать. Но теперь перейдем к реакции Кремля. Во-первых, Путин вчера отказался из-за этого от поездки в Ставрополь. Ставрополь от Брянска на расстоянии 1360 километров. 1360. То есть захватили фельдшера в Брянской области, а Путин из-за этого не поехал в Ставрополь, который в 1360 километрах. Это примерно все равно, что завтра житель, не знаю, Гамбурга или Парижа не пойдет в магазин, потому что бомбят Киев. Ну, примерно такая же логика, понимаете? То есть насколько же Путин этого испугался? Причем испугался настолько, что Песков, комментируя этот отказ Путина от поездки в Ставрополь, сказал, ну вы же сами понимаете, почему Путин не может теперь поехать в Ставрополь. А, ну понимаем, потому что в 1360 километрах от Ставрополя похитили фельдшера. Ну, конечно, как он может ехать в Ставрополь? Вот. Ну и они, конечно, там заврались абсолютно в России с этими советами безопасности и так далее. Путин вчера выступал, мы это видели, и сказал, что обстреляли мирную машину. И он назвал марку этой машины, он сказал, это был автомобиль «Нива». А сегодня ФСБ выложила опять-таки официальную информацию с фотографией. И там тоже автомобиль, только это «Лада 21», по-моему, 01 или что-то, или 03. То есть совершенно другая машина. Чудеса на Росії, якщо чесно, інколи такі відбуваються, тільки дивуєшся. Ще один наш улюбленець в лапках, угорський прем'єр Орбан, заявив, що в Європі потрібно створити своє НАТО, ну і, звичайно, без США. І схоже, що угорці взагалі намагаються розхитати ситуацію в Молдові, зокрема в Гагаузії. Що Європа може з ним зробити, і наскільки він небезпечний для України? Значит, по поводу НАТО, давайте начнем с его реальных тезисов. Нужно ли нам НАТО без США? Какое-то дополнительное НАТО? В принципе, в этом нет ничего плохого, если эти структуры будут между собой сотрудничать. То есть Евро-НАТО и просто НАТО могут ведь общаться между собой, договариваться, проводить совместные операции. А почему бы нет? Понятно, что нам нужны... Об этом речь шла, кстати, это не Орбан придумал. Я помню, как на заседаниях Еврокомиссии много раз поднимался вопрос о создании европейских сил быстрого реагирования. Потому что если Россия нападет, ну, Россия напала на Украину. И, к счастью, для нас, у нас достаточно большая, мощная страна, большое население, большая армия. И мы смогли, грубо говоря, наши военные смогли продержаться до того, как нам начали присылать помощь. А представьте себе, что та же Россия напала бы на Эстонию или Латвию. Там вся армия в Латвии, ну, 10 тысяч человек, по-моему, что-то такое, потому что все население 2 миллиона. Сколько они смогут продержаться против российской армии, если ждать того, что будет из США что-то переброшено? Поэтому, наверное, нужны силы быстрого реагирования Европы, это вполне нормально, и в рамках Евросоюза это было бы очень даже полезно, как мне кажется. Поэтому не совсем уж вредно этот Орбан с такими идеями. Теперь переходим к Молдове, его влиянию на Молдову. Ну, Европа не очень сильно может его останавливать, прямо скажу, потому что все-таки он демократически избранный лидер Венгрии. Демократически избранный, это важно понимать. То есть вот венгры выбрали такого, ничего нельзя сделать. И пока он действует в рамках международного законодательства, пока он действует в рамках правил Евросоюза, то много чего ему противопоставить, собственно, и нельзя. Но он должен действовать в рамках правил Евросоюза, они его ограничивают. Все должны сейчас, как говорится, держать ухо востро с этой Молдовой. Я считаю, что риск у нас один большой. Он не лично с Орбаном, конечно, связан. Риск с Молдовой следующий. Россия, в принципе, способна, еще раз, может быть, у нее получится, может, не получится, но способна провести переворот в Молдове, государственный переворот. Россия не способна туда добросить свои войска, потому что она не может пройти через Украину или через Румынию, или переплыть из Черного моря, потому что у Молдовы нет моря. Но то, что Россия может реально, это внутри Молдовы раскачать ситуацию, совершить переворот. И вот здесь нужно быть готовыми всей европейской дипломатии не признать новую власть ни при каких обстоятельствах, а значит полностью изолировать Молдову придется. То есть не допустить, чтобы какие-либо самолеты летали в Молдову. Потому что если будет летать самолет, ну, например, из Стамбула, то это будет означать, что в Стамбул будут лететь в каждом самолете 200 российских военных, переодетых в туристов, в панамках веселых, да, и шортиках. А дальше они будут садиться на следующий самолет и лететь в Молдову. А оружие там уже есть в Молдове у русских. Потому что там есть склады в Приднестровье. И так они могут сформировать там реально большую армию настоящую и напасть на Украину с этого фланга. Поэтому в случае, если там сменится власть неожиданно таким
недемократическим способом. Нужно будет изолировать Молдову абсолютно, запретить любые передвижения, любые самолеты, автомобильное движение, чтобы ни один россиянин туда не мог попасть вообще. Пане Михайле, давайте ще трошки міжнародки обговоримо. В Китай злітав білоруський диктатор Лукашенко. Було підписано купа документів про співпрацю. Це дуже схоже на намагання Росії отримати необхідну допомогу через посередництво Білорусі. Чи ні? Ні, мені не схоже, тому що якщо б Китай вирішив по-настоящему як допомагати Росії, то він би просто допомагав Росії. Китай ж не присоединился к санкціям каким-то. Китай многие санкции соблюдает, но соблюдает добровольно. Он не подписывал ни одну бумагу об этом. Ни договора с ЕС, ни с США, ни с Японией о санкциях против России у Китая не подписано. Китай сам добровольно отказался передавать России любые, ну, продавать даже, не только передавать, продавать любые технологические средства двойного назначения, которые могут быть использованы в военном, военно-промышленном комплексе Российской Федерации. При этом торговать там нефтью или стиральными машинами Китай продолжает и будет продолжать. Поэтому Китаю совершенно нет необходимости обходить санкции, в которых он и так не участвует. Кроме того, доверять это Беларуси, ну, это совсем странно. То есть если Китай решит продавать снаряды, ну, например, снаряды, да, в Россию, это то, о чем просит Россия, то он будет продавать их через Северную Корею. То есть это будет оформлено, как будто Северная Корея продает снаряды. Северная Корея – это абсолютная колония Китая. При этом заодно страна-изгой, то есть через нее можно делать все, что угодно. Другая колония Китая – это Монголия. Монголию Китай уже использует для нефтяных и газовых сделок с Российской Федерацией. Вот. А Беларусь – она колония России. Поэтому странно Китаю заниматься, как бы, иметь отношения с Россией через российскую же колонию. Не вижу никакого смысла. Поэтому мне кажется, все эти вот версии о том, что Лукашенко поехал там договариваться о помощи РФ, они, в общем, похожи на домыслы. Лукашенко поехал договариваться о помощи Беларуси со стороны Китая. Вот это правда. Беларусь в очень тяжелом экономическом положении. Из-за дефицита бюджета Россия перестала, ну, как она помогает по-прежнему дает какие-то средства, но это количество средств уменьшилось, а Беларуси надо все больше и больше, потому что экономика там буквально умирает. И вот то, чем занимается Лукашенко, это выпрашивает новые кредиты, новые инвестиции от китайцев. И ему это удается уже много лет. Китайцы действительно и выдали кредиты на капитальное строительство, ну, на инфраструктурное строительство в Беларуси, и вложили огромные средства в, вот это называется, технологический парк «Большой камень» под Минском, 120 квадратных километров технологический парк. Вот представьте, что такое 120 квадратных километров. Квадрат там, грубо говоря, 11 на 11 километров. Это страшно себе представить по размеру, что это. И все это только место, где развивается китайский бизнес, куда привезли кучу китайцев, они там работают, там строятся сборочные цеха, уже построены, многие продолжают строиться. То есть это огромное сотрудничество. Китай сейчас, ну, наверное, второй внешнеэкономический партнер Беларуси после России. Вот за этим Лукашенко по-настоящему и поехал в Китай. Бачите ось цю футболку? Вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал «Спецпроекти» Сергія Мамаєва в Ютубі. QR-код ви бачите. Після того поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Після того обов'язково напишіть в коментарях до будь-якого відео нашу ключову фразу – це полтавські галушки. І вже за пару тижнів ми проведемо розіграш, і ця футболка, можливо, поїде саме до вас. Російські журналісти оприлюднили цього тижня прекрасне розслідування про Путіна, його гаманець і Аліну Кабаєву. І якщо там хтось не бачив, то рекомендуємо статтю і відео від видання проєкту, яке заборонено, звичайно, в Росії. Головне здивування – це російська горілка Путінка. Виявляється, все ж таки належить Путіну. Хай опосередковано, але ж. І от цей фільм – це підтвердження того, що Путін, вибачте, дуже любить жлобство в архітектурі. Я, наприклад, собі не можу уявити золотий унітаз в себе вдома. А ви? Унітаз я представити не можу, але я добре знаю таких людей, цей тип людей. Ми ж бачили його дворець в Геленджике, який теж виконаний. Мені коли-то один австралійський мій товариш, увидев щось подобне, ну, приїхав в постсоветське пространство, сказав, обозначив це словами «джипсі стайл». То есть такая цыганщина, да, как он сказал. Но он же впервые такое видел в своей жизни. В Австралии так не принято. Но это принято у тех людей, которые разбогатели в 90-е годы.
Не у всех, безусловно, многие давно уже поменялись, пересмотрели свои взгляды, но в 90-е это было популярно, так как деньги уже были, а вкуса еще не было, ему неоткуда было взяться, люди не бывали в Италии, не бывали во Франции, и, соответственно, откуда бы у них взяться какому-нибудь, даже в Лондоне не бывали, поэтому откуда бы взяться какому-то вкусу. Они все черпали из действительно каких-то, не знаю, максимум они были в Турции, из турецких пятизвездочных отелей и черпали себе представление о прекрасном. Причем даже не современных турецких пятизвездочных отелях, а пятизвездочных отелях 90-х годов, которые были такой, извините за такое выражение, цыганщиной. И вот этот весь вкус Путина, архитектурный и вкус к убранству, как раз доказывает, что Путин застрял в прошлом абсолютно, что он не понимает, как устроен мир. Он-то тоже не был ни в одном приличном месте. Он же ездил только на Бали, там, на всякие G, там, что-нибудь, правильно? А в приличных местах не бывал. Книг он никогда не читал. В музеях, я думаю, тоже не бывал никогда, просто вообще в принципе. А уж современным искусством тоже не интересуется, не знает, что это такое. Кино современное, но вряд ли он смотрит. В театре современном я не думаю, что он был. Поэтому его представление о прекрасном тоже оттуда же, из Турции 90-х годов. Ну, даже не хочу обижать Турцию. Наверное, даже не Турция, а что-то похуже. Вот. И, к сожалению, его представление о мире тоже оттуда. Его представление о мире из Советского Союза, его представление, ну, к счастью для нас, его представление о войне тоже оттуда же, из 80-х. Поэтому они так на стратегическом уровне воюют неудачно. Сами-то солдаты воюют, может, и храбро, но стратегически армия воюет неудачно, потому что у Путина вот такие представления. Поэтому пусть у него будут такие дома, зато он плохо воюет. Здесь есть прямая связь. Пане Михайло, є ще одна важлива тема, але дуже складна – це представники ЛГБТ в українській армії. На перший погляд здається, що сексуальні вподобання – справа кожного і жодних, не те, що заборонено, навіть обговорень не потрібно, що було. Але як нам пояснили представники ЛГБТ, там коханий чи кохана не можуть піклуватися про його дітей, наслідувати майно, заходити в реанімацію або просто поховати тіло, чи отримати навіть звістку про смерть. От як ви вважаєте, під час війни варто про таке говорити? Да, конечно, у нас сейчас есть такая возможность. 28 февраля, 24 февраля прошлого года мы про это говорить не могли, потому что нам всем было некогда. Но сейчас, когда все-таки война вошла в некое устойчивое русло, фронт устойчивый и так далее, надо заботиться о таких людях. Эта проблема, она же не украинская, она во всем мире существует. Где-то она уже решена в большей степени, как в Соединенных Штатах Америки, а где-то пока еще недостаточно решена. И это мы пусть лучше мы будем одной из самых передовых стран в этих вопросах. Это большущая проблема, реально. Причем проблема, понимаете, одно проблема ЛГБТ-сообщества, действительно, что почему-то документы можно оформить так. То есть на фронт идти можно, а потом, значит, вот, получить тело нельзя и так далее. Есть проблема, ну, например, мне кажется, что современный вообще институт семьи-то, он устарел, тот, который был классический. Вот я помню, в Кыргызстане есть партия за двоеженство, да, за то, чтобы разрешить многоженство. И причем эта партия состоит только из женщин. То есть это женщина требует разрешить многоженство. Почему? Потому что по факту в Кыргызстане у всех подвержены, ну, у любого мужчины подвержены. А по бумагам нельзя. И получается, что младшая жена никак не защищена юридически. Вот умирает муж, и все получает старшая жена. Хотя и у старшей дети, и у младшей дети. И нужно все такие вопросы, вот все взять и все разрешить, как мне кажется. И двоеженство, и двоемужество, и ЛГБТ. Чтобы просто вот, не следовать по пути вот этому России, в которых они там же кричат, брак – это союз между мужчиной и женщиной. Да нет, между кем угодно и кем угодно, кто как захотел, все свободные люди. И в любом количестве, не обязательно должно быть два человека в браке, хоть восемь, почему нет. Конечно, надо этим заниматься, и пусть даже сейчас у нас есть Министерство социальной политики и так далее, да, должны заниматься этим. І нагадаю, що ви можете стати спонсорами. Це дуже просто пройти за QR-кодом чи знайти в описі будь-якого відео посилання на PayPal, посилання на спонсорство або одноразовий платіж на PayPal чи Монобанк також можливий. А якщо ви наш спонсор, ви берете участь у розіграші ось таких книжок. Принаймні, в нас вже є таких 4, але зараз ми будемо розігрувати саме... 4 різні. 4 різні, так. Але зараз ми будемо розігрувати саме книжку від Тамари Горіха-Зерня «Принцип втручання», присвячений людям, для яких муки совісті є сильнішими за інші неприємності. Так розповідає про свою книгу сама пані Тамара. І нагадаю, що вона авторка легендарної «Доці». І свій перший бестселер також вона довірила видавництву «Білка».